Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию доклад на тему магнитно-резонансная диагностика нарушений мышечно-связочного аппарата у женщин с дисфункцией тазового дна. Дисфункция тазового дна – это группа заболеваний, связанные с недостаточностью мышц и связок, поддерживающих органы малого таза. Затрагивает около 50% женщин старше 50 лет и зачастую требует оперативного лечения. К факторам риска относят беременность, множественные роды естественным путем, климакс, хобл, заболевания соединительной ткани и различные другие причины, которые вызывают хроническое повышение внутрибрюшного давления. К преимуществам магнитно-резонансной диагностики можно отнести то, что это неинвазивная методика, которая позволяет изучить нам как состояние органов малого таза, так и состояние поддерживающих структур в нескольких плоскостях, отсутствует ионизирующее излучение. К недостаткам можно, собственно, отнести противопоказания к исследованию. Это наличие металла в организме и боязнь замкнутого пространства, клаустрофобия, ну и беременность, естественно, в первом триместре. Показания к диагностике. Данную диагностику можно выполнять женщинам с комбинированными тяжелыми формами опущения тазовых органов. При несоответствии предъявляемых жалоб пациента и полученной информации в результате физикального обсмотра. Предоперационная подготовка. Оценка в постоперационном периоде, в том числе рецидивирующая патология после оперативного лечения. Подготовка пациентов ничем не отличается от подготовки к исследованию органов малого таза. Мы рекомендуем за день до исследования соблюдение бешлаковой диеты, за 2 часа до исследования необходимо опорожнить мочевой пузырь и выпить 0,5 литра воды, и за час до исследования прием спазмолитиков. Для диагностики дисфункции тазового дна мы можем использовать следующие опорные линии, которые помогают нам в стадировании. Наиболее часто используется лонно-копчиковая линия, которая проводится от нижнего края лонного сочленения к сочленению между первым и вторым копчиковыми позвонками. Соответственно, относительно данной линии мы можем выставлять степень опущения внутренних органов. М и Н линия. Н линия проводится от нижнего края лонного сочленения к сочленению, до аноректального перехода. И М линия перпендикуляр между лонно-копчиковой линией и N-линией. Соответственно, данные линии характеризуют также степень опущения внутренних органов, и по ним мы тоже можем выставить стадию опущения. Также мы можем использовать среднелонную линию, которая проходит параллельно лонному сочленению. И далее мы выстраиваем перпендикуляры от данной линии к интересуемым нам органам. Исследование включает в себя нативное сканирование в 3 взаимно-перпендикулярных плоскостях и проведение функциональной пробы Вальсальвы. При нативном сканировании мы выполняем Т2 взвешенные изображения, на которых мы оцениваем внутренние органы и поддерживающие структуры. При проведении функциональной пробы Вальсальвы мы оцениваем степень опущения внутренних органов при натуживании. На слайде приведен пример протокола сканирования. Это Т2 взвешенные изображения, которые мы выполняем при всех исследованиях органов малого таза в 3 плоскостях и быстрые импульсные последовательности. Хочу обратить внимание на время проведения
данных последовательностей, это где-то порядка 15-17 секунд, за это время пациентка может спокойно натуживаться. Существует также методика с введением в просвет влагалища и просвет прямой кишки ультразвукового геля. Считается, что данная методика повышает качество визуализации, но имеется ряд недостатков. Во-первых, это требует дополнительной подготовки со стороны пациента в виде очистительной клизмы. Также увеличивается само время проведения исследования. И мы пришли к выводу, что мы получаем недостоверные данные, так как пациентки в таком состоянии себя щадят и не так сильно натуживаются. Принято выделять изолированные нарушения в переднем, среднем, заднем отделах и комбинированное нарушение, которое, конечно же, встречается наиболее часто. Передний отдел тазового дна встречается достаточно часто у женщин средней и старшей возрастной группы. Зачастую данная патология требует оперативного лечения. К наиболее частым жалобам можно отнести ощущение инородного тела в области влагалища, позывы частые, позывы к мочеиспусканию, недержание мочи и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Сначала хотела бы рассмотреть нормальную картину. В норме уретра располагается вертикально относительно лонно-копчиковой линии. Задняя поверхность уретры интимно прилегает к передней поверхности влагалища. Шейка мочевого пузыря расположена не менее чем на 1 см выше относительно лонно-копчиковой линии. Также мы оцениваем везико-уретральный угол, который в норме не должен превышать 130 градусов, и позадилонное пространство, которое в норме составляет 4-6 мм. На данных изображениях пациентка 66 лет с жалобами на частые позывы к мочеиспусканию. Мы видим увеличение везико-уретрального угла. Также отмечается увеличение расстояния между уретрой и влагалищем. При проведении функциональной пробы вальсальвы мы видим опущение шейки мочевого пузыря ниже лонно-копчиковой линии. Уретра принимает горизонтальное положение. Пациентка 55 лет с жалобами на стрессовое недержание мочи. Отмечается также увеличение везико-уретрального угла, увеличено расстояние между лонным сочленением и уретрой. Уретра имеет неправильный низкоизвитой такой ход, и при проведении функциональной пробы вальсальвы также мы наблюдаем опущение шейки мочевого пузыря, уретра принимает горизонтальное положение. На МРТ мы также можем оценить связки. Прежде всего нас интересуют периуретральные связки, которые расположены на уровне верхней трети уретры и проходят от лонно-прямокишечной мышцы к уретре. Параурретральные связки небольшие проходят от периуретральных связок к уретре, и пубоуретральные связки, которые расположены на уровне средней трети уретры и проходят от уретры к аркус тендинеус фасции таза. Также мы оцениваем мышечный слой уретры, выделяют поперечно-полосатую мускулатуру и гладкую мускулатуру. При недержании, у женщин с недержанием мочи отмечается истончение поперечно-полосатого слоя мышц, которые
изначально обеспечивают до 50% от статического сопротивления. И на верхнем изображении мы видим пациентку без каких-либо жалоб. У нее нормальной толщины поперечно-полосатый слой мышц. Мы видим хорошие пароуретральные и переуретральные связки. Влагалище имеет правильную форму бабочки, интимно прилежит к уретре. Ниже пациентка с жалобами на стрессовое недержание мочи, отмечается истончение поперечно-полосатой мускулатуры уретры, пароуретральные и переуретральные связки истончены, прерывисты. Влагалище уплощено, расстояние между уретрой и влагалищем увеличено. Средний отдел тазового дна. Также достаточно актуальная проблема. Встречается также часто у женщин преимущественно старшей возрастной группы. Жалобы аналогичные, как и при патологии в переднем отделе тазового дна. Выделяют следующие поддерживающие структуры: параметральные и паракальпарные связки. Данные связки, к сожалению, мы на МРТ не визуализируем, но считается, что опущение матки на фоне пролапса шейки матки и влагалища предполагает недостаточность маточно-крестцовых и кардиальных связок. Паракальпарная связка у женщин, считается, что у женщин с ранее проведенной гистероктомией опущение влагалища ниже 1 см относительно лунной копчиковой линии предполагает повреждение именно паракальпарной связки. И на слайде приведен пример изображений. Женщина со стрессовым недержанием мочи. При нативном сканировании отмечается опущение всех внутренних органов, которое достаточно усугубляется при натуживании. Задний отдел тазового дна. Ректоцели встречаются до 80% у женщин среднего и пожилого возраста. Также данная патология часто требует оперативного вмешательства. Среди из жалоб выделяют затруднения при опорожнении прямой кишки, запоры, чувство неполного опорожнения кишечника, что, конечно же, снижает качество жизни. Среди поддерживающих структур выделяют подвздошно-копчиковую мышцу и лонно-прямокишечную мышцу. Подвздошно-копчиковую мышцу мы оцениваем на коронарных изображениях в корональной плоскости. Она должна быть достаточной толщины, имеет выпуклый контур кверху, симметричная. На сагитальных изображениях данная мышца должна проходить горизонтально относительно лонно-копчиковой мышцы. И вот ниже представлен пример женщины с жалобами на чувство неполного опорожнения кишечника. Мы видим истончение подвздошно-копчиковой мышцы и нарушение ее правильной локализации. Лонно-прямокишечная мышца образует так называемый строп между лонным сочленением и прямой кишкой. В норме должна быть более 4 мм толщиной, симметрично. И у женщин с дисфункцией тазового дна, как правило, отмечаются или признаки одностороннего поражения данной мышцы, ее разрывы, иногда с двухстороннего поражения.
В завершение хотела бы показать пример. Пациентка 86 лет с ранее выполненной экстирпацией матки с жалобами на императивные позывы. При нативном сканировании мы видим опущение внутренних органов относительно лонно-копчиковой мышцы. Уретра имеет извитой ход, позадилонное пространство, везико-уретральный угол увеличен, расстояние между уретрой и влагалищем увеличено, влагалище уплощено, параруретральные связки имеют прерывистый ход, истончены мышцы лонно-копчиковая и подвздошно-копчиковая. И при проведении функциональной пробы Вальсальва мы наблюдаем более выраженное опущение внутренних органов. Таким образом, магнитно-резонансная диагностика тазового дна – это методика, которая позволяет наиболее точно оценить степень повреждения мышечно-связочных структур тазового дна. Визуализация органов малого таза во время проведения функциональной пробы Вальсальвы помогает точно определить степень опущения тазовых органов. И данная методика может помочь в предоперационном планировании хирургического лечения с учетом конкретной патологии данного пациентки, что может снизить частоту постоперационных осложнений и уменьшить риск рецидива заболевания.